интересно, где теперь Алёша Казин? Может быть, в Эмиратах Арабских шейх его казнил? Может быть, он в Омане, заподозренный в обмане, играет на стороне каких-то темных сил? Я помню, что он был веселый и очень смешной. Я помню, что он был веселый и довольно смешной. Он был смешной и веселый, и ходил со мной вместе в школу, и ругался матом за моей спиной. На голове был его непослушный клок. И сколько в долларе рублей легко он вычислить мог. И на вечере в доме ребенка пел он тихо и совсем не звонко, а потом как-то вдруг прозвенел последний звонок. Начальная школа ушла в небытие, и вместе со мною Алёша покинул её. Его поглотила реальность и все, что от него осталось, лишь несколько кадров в сознании моем. Совсем другая. А это история на реальных событиях? Ну, почти, да. Такой человек действительно был. Надеюсь, что он сейчас есть. Просто бывает такое, что приходит в голову какая-то фраза, и за нее цепляешься. А твоя песенка совсем другая.